Белоруссии Татарстан намерены восстановить товарооборот в 2 миллиарда долларов. Об этом шла речь на встрече премьер-министра Андрея Кобякова с главой российского региона Рустамом Минихановым. Обсудили и укрепление кооперационных связей. В Беларуси растет сеть автозаправочных станций «Татнефти». В Татарстане работает сборочное производство тракторов «НТЗ». На базе этого предприятия может быть создан крупный машиностроительный кластер, в который могут войти и белорусские компании, и созданные с участием татарских инвестиций. Также Беларусь предлагает организовать производство лифтов и наладить поставки пассажирского транспорта, в том числе электробусов. Конечно, рассчитываем на то, что будем опять вами приглашаться к реализации федеральных и региональных программ в сфере агропромышленного комплекса, в строительстве, в капитальном ремонте жилья, о чем я уже говорил. Поэтому я думаю, что в рамках той программы, которая у нас есть на ближайшие 17-20 годы, мы это все, думаю, будем реализовывать и наполнять конкретными примерами сотрудничества. Андрей Кобяков сегодня посещает технополис «Химград», химическое предприятие «Казань-Оргсинтез», стадион «Казань-Арена», а завтра примет участие в саммите СНГ и заседании Евразийского межправительственного совета.